всем, друзья! Сегодня снимаем очередную серию моего блога, поэтому приятного всем просмотра. Погнали! Сейчас находимся в Мелитополе и с Димоном идем на репетицию в наш универ. Сегодня будет отборочный конкурс на таланты моего района в Мелитополе. Добро пожаловать! Happy birthday to you, happy birthday to you. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения вас. В общем, поздравляем вас с этим прекрасным праздничком. Желаем вам счастья, здоровья, любви, успеха в вашей работе. Ну и чтобы у вас всегда все было хорошо и вокруг вас кружился мир добрых, любящих вам людей. С праздничком. Друзья, всем привет! Ну что, мы, как всегда, продолжаем серию поездок. И сегодня нам выпала честь ехать в ПГТ «Веселая». А едем мы с профориентацией от факультета АТЕ. Поэтому «Веселая», встречай нас, мы летим к тебе. Друзья, ну что, мы приехали, «Веселая». Вот, Витаха идет, да? Да. Витаха, что ты несешь, скажи мне? Я несу манекен, показывать детям, как спасать людей. Кстати, да, мы заснимем, как он будет показывать мастер-класс. Поэтому я думаю, что для всех подписчиков будет в будущем это пригодится. Конечно, Татьяна Тамашевна, я всегда снимаю. Даже когда в туалет выхожу, я тоже снимаю, да. Еще вспомнил детство свое. Знаете где? На вот этих вот качельках. Ё-моё, с моими-то ногами. Конечно, спать, тут да? Не пока. Ой, подожди, ноги не держат. Ой, капец. Ну что, мы находимся возле шахматной школы, где будет проходить отборочный тур таланты моего района. Ну, чувство, когда включили твою песню. Сирожене, 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 пирожене. Друзья, ну что ж, мы с Димкой готовы выходить на сцену и радовать публику.
Вот, надеемся, нам повезет. Ну что, погнали! Ой, она меня не видит. Друзья, подписчики мои, кто еще не знает, вот это вот чудо. Сейчас я ее засниму. Моя девушка, да. Опа, все, опять начались звонки. Что, доброе утро всем. Вот проснулся и захотелось сделать сюрприз моей любимой. Цветочки купил, десертик, поэтому сейчас хочу, чтобы она проснулась и у нее настроение было на позитиве. Посмотрим, удастся ли мне это сделать. Китя. Я не понимаю, что вот эти все фрукты и овощи не у меня в холодильнике. Гляньте, виноград, яблочки, клубничка. И все это АТЕ. АТЕ кормит всю страну. Давайте привет моему блогу. Это девочки, красавицы с АТЕ. Парни, если вам обязательно понравятся эти девчонки, напишите. Я за 50 рубасей дам вам номер телефона. Нет, их. Нельзя, Сережа. Да ладно, что нельзя, все можно. Да, все на YouTube. А это наш декан, самый лучший декан. Самый лучший декан с одним из самых лучших студентов. Только у нас в университете поющий агроном. Не говорите. Виталя, только ты ж делай как... Представь, что ты делаешь девушке. Представь, что ты делаешь девушке. И... Раз, два... 3, 4. Да давай! Витаха, да что ты? Представь, что ты девушку свою реанимируешь. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Еще разок. Только подольше. И засос. Вот стесняется парень, короче. Помахали ручками, передаем всем привет! АТЕ, детка, рулит! Главный агротехнологичный университет! Как вы там сказали? Лидер вищої освіти, обери і ти своє майбутнє! Твоя мрія вже тут! Да. Друзья, если вы не знаете, где переночевать, то добро пожаловать в ПГТ Веселое! Тут такая лавочка, что переночевать можно даже вдвоем!
Камня примирения. Летаха, привет. Привет, привет. Братан, привет. Поможешь снять блог? Конечно. Видосик. Если еще кто-то не бывал на верблюде, то приезжайте сюда, и вы побудете здесь. Думаю, давай, парень, езжай, давай, что ты стоишь? Бляха, стоит, блядь. Не поднять чувака. Но, он устал. Давай. Конь, ну давай, блядь, ё-моё, вставай. Чё ты, а? Что, не вспал или что? Или не ел? Ладно. Братан, отдыхай. Отдай, Аниша, отдай, сучка. Отдай, пята грёбаная. Бляха, уцепилась, а не отдаёт. Отдай. Не отдаёт, ладно. Да, на самом деле, это, конечно, шутки, прибаутки. На самом деле здесь прикольно. Мне очень даже понравилось. Хорошо, давай сделаем рекламу этому, Лайн. Лайн, здесь и будешь справжним левом. Он покорил льва. Я оседлал льва. Осталось ебануться, как всем партнёрам. Король джунглей. Все нормально. Что, ребят, вы думали, нет человека, который покорит льва? На самом деле, нашлось это я. А знаете почему? Потому что я съел батончик Сникерс. А он оказался с грибами. Поэтому теперь он спит, а я на нем. Когда мы подходим, к кому мы вообще подходим? Вы посмотрите на это чудовище. Гляньте на его ноздри. Голоса. А теперь я попробую его скопировать. Так, сейчас посмотрим. А вот приподнятый это. Похоже? Конечно. Давай. Друзья, на самом деле хочется сказать, что в этом парке, в Боготовесенном, действительно прикольно, круто, есть на что посмотреть. И я, как инспектор, сэр Алекс по Боготовесенном, ставлю этому парку. Как вы думаете, что? Конечно же, лайк! Полетели дальше! Кстати, если вам понравился мой блог, то, пожалуйста, поставьте мне лайк, а также подпишитесь на мой YouTube канал.